Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Mania, в котором мы с вами поговорим о двух, точнее не будем мы с них, о них разговаривать, мы поговорим о двух посылках, которые к нам в очередной раз пришли. Итак, мы начинаем. Обязательно будет интересно. Поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Друзья, сразу скажу, что внутри, скорее всего, здесь у нас батарейка с Финляндии, с jd.com. А здесь у нас вот для данного смартфона, помните, у нас есть обзор на канале Nubi, пользуется родственник наш, соответственно, Ольга, привет тебе большой. Но, к сожалению, каким-то необъяснимой причиной, без всякого падения, телефон сверху вниз по диагонали, соответственно, лопнул. Лопнул, и мы... Ольга, у нас очень понравился и этот телефон, очень понравился данный подарок. Она не хочет выкидывать данный смартфон, она хочет, соответственно, его восстановить, потому что действительно прикольная модель, актуальная. То есть, в принципе, все, что ей нужно в этом телефоне есть. Неплохая камера, удобный размер экрана. То есть, смотрите, сейчас записали видео про iPhone 6, опыт эксплуатации на протяжении недели. Мы поняли, что iPhone 6... просто идентичен по размерам с Nubi Z5S Mini. Давайте откроем. Здесь две посылки. Не будем долго разговаривать. Знаем, что внутри здесь должен быть приятный, хорошо упакован дисплейный модуль. Я уже мастерам нашим позвонил. Они на следующей неделе должны заменить. Сам модуль обошелся, сразу скажу, по какой-то там, в общем, акция, скидка какая-то была. Уже даже после 11-го. Он нам обошелся, он стоит в среднем 2 900 3 300. Какой-то продавец его с неплохим рейтингом, оставлю ссылочку обязательно в описании к этому видео, продал нам за 2000 рублей. Вот, что мы получаем, вроде как должен был проверить перед отправкой. Они все пишут, что они проверяют свою продукцию перед отправкой. Что мы получаем за 2000 рублей? Давайте вот эту пока большую коробку в сторонку, потому что там, скорее всего, аккумулятор. Что мы получаем за 2000 рублей? Мы получаем набор вот таких вот замечательных инструментов, которые пригодятся в доме для любого пользователя смартфонов. Всевозможные отвертки отдельно, если покупать отвертки, они стоят там порядка $5. Тут вы в комплекте все это получаете. Всевозможные вот такие маленькие, ну, в общем, они пригодятся. Вот такая вот звездочка, отверточка. Это для того, чтобы поддеть экран. Точнее, вот это для того, чтобы поддеть, это для того, чтобы протянуть. Ну, в общем, есть специальные технологии, как снимаются модуля, потому что, скорее всего, здесь он снимается с задней стороны, нету никаких болтов, он, скорее всего, приклеен. Давайте посмотрим, аккуратненько вскроем, посмотрим, что внутри. Я, как вы могли уже заметить, активно использую часы, видео есть на канале. Кто будет спрашивать, эти часы с распродажи. Мне они очень симпатичны. Я хочу пользоваться ими, я ими пользуюсь. Давайте вот так вот сейчас не там резать стал. Вот, открываем и получаем вот такой вот. Здесь что мы? 3M скотч. Очень приятно. Очень приятно, что дорогой продавец из Китая, наверное, очень хочет, чтобы мы... Во-первых, пришло быстро. Заказали 2 недели, по-моему, обычной почтой Китая. Все достаточно быстро пришло. 3M-овский скотч. Прикольно. Нужно при замене. Хорошо упаковано, то есть, друзья, дисплеи, они действительно хрупкий такой товар. Здесь вы видите, у нас в отдельной баночке, не в каком-то пакетике, в 5 слоях пленочки этой, как ее, пупырчатой, у нас, соответственно, лежит сам дисплей. Давайте его аккуратненько достанем. Здесь он находится в таком кармашке. Если честно, то я даже боюсь его каким-либо образом повредить, но все-таки для вас, подписчики, мы его достанем. Очень аккуратно достаем.
очень аккуратно вам показываю. Смотрите, друзья, то есть в заводских транспортировочных пленках все шлейфа присутствуют, все присутствует, очень тонкий, сам дисплей это вот это вот, это дисплей, после него этот тачскрин, все скорее всего здесь будет подходить, это все вот так вот устанавливается, ну прикольно, прикольно, друзья. Я уже, дай бог, чтоб работал, я уже вижу, что все в принципе ОТК, все стоит, пожалуйста. То есть, скорее всего, все это дело проверяли перед отправкой. Здесь стоит лейбл, кто это произвел. Ну, в общем, друзья, должен подойти. Не раз уже заказывали, не конкретно не у этого продавца. Да, должен подойти дисплей. Вроде как он написал, что это оригинальный дисплей. Вот смотрите. Я действительно боюсь что-либо сделать не так. Ну, в общем, дисплейный модуль 2000 стоит. Вот так вот. Вот такой вот дисплей. Отлично упакован. Никаких претензий по упаковке и вообще. Главное, чтобы работал. Далее. Ну и на сладкое, скажем так. Даже не сладкое, а просто напоследок. Что у нас? У нас здесь очередной аккумулятор. Скорее всего, последний. Все это вот в таких коробках приходит. ЕМС. Просто посмотрим. Может, продавец послал два вместо одного. Либо нам жирно будет два. Давайте откроем. Здесь, наверное, этот беситер аккумулятор. Ой, сколько, друзья, его на Авито продается сейчас, вы не представляете. Прямо, ну, тут это понятно, вот эта вот этикеточка. И у нас, да, аккумулятор, к сожалению, один. Один. Коробку в сторону. Пупырка. И вот такой вот обзор данного пауэрбэнка. Открытие, точнее, коробочки есть на канале. Неплохой, мне нравится. 12 тысяч мАч стоит порядка, по-моему, $13. Сейчас на сайте jd.ru. Вводите беситер, и вы наткнетесь сразу на этот пауэрбэнк. Неплохой, за эти деньги неплохой. Ничего плохого я по нему пока сказать не могу. Вот такая вот у нас была короткая распаковка. Видео распаковка посылки из Китая с новым дисплеем Nanubio Z5S Mini. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Лайкайте наши фоточки в Инстаграм. Всевозможные полезные ссылки в описании к каждому из наших видео. Обязательно пользуйтесь нашим новым сервисом gadgetmania.ru. Gadgetmania.ru. Начинаем экономить вместе. Всем спасибо. Всего доброго. Пока-пока.